получится, не надо, Брюс. 55-й, 54-й, подает скорость 50. И держи шлюпку Джейна. Всем привет. Недавно я вам рассказывал про то, что появилась новая версия приемника Белка. Белка DX теперь он называется. Работает аж от 1.5 МГц, то есть можно на него слушать и 160-метровый любительский диапазон. И 2.130 могут послушать в ЧМ любители приема поездной радиосвязи. И, соответственно, все, что рядом тоже. И хулиганский диапазон можно пионерский послушать 1.6-1.7 МГц. Ну и многое другое. И в обзоре этого приемника я практически не показал, как он работает в нижней части диапазона. А сегодня я специально буду слушать именно на этот приемник, именно только нижнюю часть диапазона. Сейчас я нахожусь в лесу, к приемнику подключена антенна, вот такой вот кусок провода длиной несколько метров, около 10. И внешний громкоговоритель от радиостанции Виола. Встроенный громкоговоритель я сейчас не использую, так как в приемнике у меня аккумулятор большой емкости, чтобы дольше приемник сохранял работоспособность. Елки-палки. Вот там, где закат работает, Вовка, где этот, наверное, 102-й, потом вот Радуга, Славка. Эртиль, Кубик, не был там прием? Нет, Эртиль, это уже официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин 4 января на очередной пресс-конференции сказала, что правительство страны ставит безопасность и эффективность вакцины от коронавируса на первое место. Трансивер и двойку. Двойка, естественно, Алинка Дутра. Я не... Тем более, у меня колонка здесь небольшая такая на трансивере. Да, я вот попробую. Видишь, там небольшая мачта, попробую. Как это все дело пойдет, сегодня послушаю. А то, может, я эту антенну на 80-ку оставлю, она похуже работает. Когда в октябре всего года, прошлого года, вернее, встречали 5-9 плюс, громко принимая Олега Воросуша на приеме. Олег, добрый вечер, спасибо. Помнишь, хорошая пара? Погоди, говорю, немножко. Какие дела, как она там? Не знаю, звонил на спальню, а вот не то туда, не то. Не в гости прием? Я тоже. Я общаюсь давно с ними уже. Все уже со сенки, это корки опайны, не сило за пайну, то есть ялянта тела, айка ала, сата кюметаки пакка, так что тола. А вот эткине. Рядовой линии 2. Отменяется этот тип 0100. Если не март 21 сантиметр, Название города – это первые слоги от названия гор и реки. И река. Все принято получено. 50-й закат. А сильно работаешь практически без колебаний. Спасибо, семерка, тройка. А принимает еще кто радио? Закат Тамбов на премии.
четко, громко, прекрасно. Старшина Кирова, послушай, одна станция подойдет, сорва. Удачи будет работать. Что? Так, что такая байда? И какое-то небо, ну, как сказать... Как вы, наверное, обратили внимание, кнопки в моем приемнике не штатные, не оригинальные, не такие, с какими приемник продается. Эти кнопки изготовил и дал мне человек, которому тоже очень нравится приемник «Белка», он им много пользуется. И вот сделал такие кнопки, в том числе дал мне. Кнопки он сделал практически как ювелирные изделия. Они изготовлены из технического серебра 999,9. Мало того, они еще и покрыты тонким слоем очень прочного металла родия. Тук-тук, Байкал, Липец. Здорово, Сашка. С наступающим Рождеством, рад тебя слышать. Плюс 20, громко сегодня слышу, Саша. Добрый вечер, на прием. Да, Серег, я тебя хорошо слышу, как понял, прием. Байконур Михаил, хоть попутал немножко. Ты понял, прием. Я сам никакие кнопки не стал бы делать, но раз уж подарили такие, можно сказать, ювелирные, то очень приятно было их установить в свой приемник. Там в свободном даже мире, там это 4 района, область Саратовская, кто принимает, отвечайте, прием. Если захотите себе такие кнопки в приемник «Белка» установить, то контакты человека, который их сделал, я вам дам. У меня пока в одном приемнике «Белка» будут вот такие вот кнопки ювелирные установлены. Но мне в первую очередь, конечно, приемник этот нравится не из-за кнопок, а из-за того, как он работает, как он хорошо принимает эфир, и как удобно то, что он очень маленький и очень экономичный по питанию. Можно его с собой куда-то брать в разные походы и путешествия. Да, и расстояние.